Солнечном рухнул башенный кран. 30-летнего крановщика спасти не удалось. Груда металла обрушилась на КАМАЗ и строительные вагончики. В них никто не пострадал. Все произошло на стройплощадке компании «Монолит Техносервис». В союзе строителей заявление делать не спешат, ждут окончания проверки. У Следственного комитета и Ростехнадзора уже есть версии происшедшего. Крановщик осуществлял разгрузку строительных материалов. Он зацепил сразу две упаковки металлических штырей, металлических стержней, и при этом превысил максимально допустимую массу примерно на тонну. Разрешение на пуск крана в работу после монтажа, связанного с установкой крана на новом месте, инспектором Енисейского управления Ростехнадзора не выдавалось.